Единый день открытых дверей преподаватели Щелковского колледжа рассказали о специальностях, которым учат. В сотрудничестве с потенциальными работодателями, такими как Мособлгаз, Мособлэнерго, компания «Май». Абитуриенты узнали о базах профессии, им обозначили перспективы трудоустройства после учебы. Карен Бабаян, студент третьего курса Щелковского колледжа, учится по специальности эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования и одновременно работает в одной из крупнейших электросетевых компаний страны – Россети «Московский регион». Всегда нравилось лазить в электрике и интересоваться этим, потому что я не мог себе представить, что на данный момент времени я буду работать по своей специальности. Но попробовав, я не скажу, что я чему-то разочарован, я наоборот только рад. Россети дают мне очень хорошую школу, благодаря которой я могу вырасти еще больше. И работая с ноября месяца, я вижу только одни плюсы и возможности для карьерного роста. Летом прошлого года Щелковский колледж стал ядром образовательного кластера «Топливно-энергетический комплекс» федерального проекта «Профессионалитет». Цель проекта, разработанного Минпросвещения, быстро и качественно обучить молодежь навыкам, необходимым рынку. Его реализация стала возможна благодаря федеральному гранту. На выигранные средства в отремонтированном структурном подразделении на Первом Советском переулке уже частично оборудованы новые мастерские, лаборатории, закуплено необходимое оборудование. Все оборудование, которое мы закупили, все было согласовано с работодателями. То есть это не придумки наших преподавателей, это потребность работодателей в том, чтобы мы учили именно на этом оборудовании. Сейчас у нас этап идет согласование учебных программ, то есть мы в целом определились, и теперь прорабатываем его детально, для того, чтобы наши предприятия получили именно тех специалистов, которые им нужны. Сегодня в обновленном структурном подразделении учатся 570 студентов на очной и заочных формах по специальностям эксплуатации электромеханического оборудования, электрические станции, сети и системы, технологии органических веществ, эксплуатация промышленного оборудования. А всего в Щелковском колледже обучаются более 4000 студентов по 40 специальностям. Набор студентов проводится на основе среднего балла аттестата. Традиционно высокий конкурс наблюдается на специальностях IT, техническое обслуживание, ремонт автомобилей и земельно-имущественные отношения. Приемная комиссия запросит также заявление, паспорт, аттестат и 4 фото. Прием документов идет до 15 августа. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.